Старая школа. Живое фото Мейза 16S Plus демонстрирует флагман без вырезов в экране. Ресурс Slashlayer, который специализируется на различного рода утечках, опубликовал фотографии смартфона Мейза 16S Plus, из которых лишь одна является новой, она представлена первой в данной заметке. Смартфон Мейза 16S Plus должен быть оснащен экраном AMOLED диагональю 6,2 дюйма без каких-либо вырезов или отверстий под фронтальную камеру. При этом устройство получило очень узкие рамки со всех сторон дисплея, а фронтальная камера и разговорный динамик врезаны прямо над экраном. Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass 6, в оснащение войдут однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятор емкостью 3600 мАч, основная камера в главном модулем разрешением 48 мп и системой оптической стабилизации изображения, а также адаптер NFC, за отсутствие которого ругали Мейза 16. Для тех, кто пропустил предыдущие публикации по этому флагману компании Мейза, мы прикладываем еще две фотографии, которые уже демонстрировались в нашей ленте. Официальный анонс Мейза 16S ожидается в апреле.